Моя авторская песня Владимира Васильева «Виден свет в конце туннеля», 2020 год. Пандемия катится по свету, днем и ночью видно на свету, и у каждого душа горит, за других и за себя болит. Ты ищи там свет в конце туннеля, мы же в карантине не сдаемся. Раз спокойно кружится земля, мы дождемся, выживем, прорвемся. Умирают и болеют всюду, все хотят помочь нам всем, как вроде. Но не равны мы пока повсюду, коронавирусом силен в природе. Силен в природе. Идет борьба на всех фронтах, границах, городах, портах, в больницах, умах не видно дна. Но помните, что жизнь всего одна. Но помните, вся жизнь всего одна. А значит, остановим, победим. Мы пандемию нет иной задачи, человек не победим. Но только знать, какой ценой. Но только знать, какой ценой. Пандемия, карантин, коронавирус, людям нам на плечи точно груз. И виден свет уже в конце туннеля, у меня в стране и на земле. И на земле. Раз спокойно кружится земля, мы дождемся, выживем, прорвемся.